Меня зовут Алексей. Я создатель и автор канала «Точка отчет». С ранних лет я придерживаюсь единственного правила, вложенного в меня самой матерью природы. Где правят чувствами адреналин, нет места страху. Адреналин заставляет меня оставаться молодым и горячим, навсегда впечатывая след даже в чужих историях. Большую часть своего времени я занимаюсь изучением самых жутких, опасных и загадочных мест России. Мне достаточно уверенности в себе для того, чтобы проводить исследования в самых жутких заброшенных местах, безнадежно застывших во времени, от посещения которых в жилах стынет кровь. Каждый раз, окунаясь в призрачную атмосферу заброшенных локаций, я задаю себе один вопрос. Что ждет меня в царстве этой неизвестности и вечной тьмы? Вместе с вами я побываю в этих полных агрессий загадочных и опасных местах, самой разнообразной истории из их ушедшего прошлого. Вместе мы разберемся в том, о чем молчат эти застывшие во времени стены. Мы бросим вызов в глаза отчаянию и страху. Я назову это своим испытанием на прочность, и это мой проект. Сталкер.